Запущен новый проект скоростного поезда по маршруту Беларусь-Россия-Азербайджан. Об этом заявил первый заместитель председателя государственного объединения «Белорусская железная дорога» Петр Дулуб. Проект позволяет в кратчайшие сроки за 7 суток и по конкретным тарифам доставлять грузы, производимые в Беларуси, в Азербайджан. Также Петр Дулуб подчеркнул приоритетность работы белорусской железной дороги по альтернативным транспортно-логистическим цепочкам доставки внешнеторговых грузов. Кроме того, он отметил, что увеличиваются объемы отгрузок в страны Азии, а также в страны дальнего зарубежья. Белорусская железная дорога активно работает с Россией, в том числе используя ее портовые мощности.